Куда нужно найти, чтобы узнать, кто моет картошку? На Reddit. Ой, в смысле, моет картошку. А в чем там суть про картошку-то? Короче, ферма, которая производит картофель, она моет его перед отправкой в магазин. И есть такая профессия, которая, вот человек, он специально пачкает этот картофель, потому что покупатели магазина больше доверяют не мытому картофелю, чем мытому. Почему? Потому что немытый выглядит более естественно. Мы же с тобой мытый покупаем. И вареный даже. Некоторые покупатели, большинство, а мы не большинство, значит. Так, и что? Что и что? Все. Ну, они помыли картошку, а покупатели покупают немытую картошку. Ну, так человек угрязняет картошку. Угрязняет? Ой, пачкает картошку. Специальный человек там есть, который мытую картошку опять пачкает. Ага. Обратно. Ну, я не знаю, где именно. Там, может быть, перед отправкой или как-то так. Угу. Ну, короче. Откуда, вот так. Откуда ты все это узнал? YouTube-канал Upvote. Это сейчас реклама YouTube-канала, да? Нет. Что там еще рассказывают интересного? Да, я бы так и не вспомню. А ты какой картошке больше доверяешь? Да мне пофиг вообще. Ну, хотя бы вареной. Мытый. Вась, ответ неправильный. Скажи, я доверяю больше картошке фри. А, да, картофель фри. И по-деревенски. Жареному, да? Да. Во фритюре? Да. Где? В Макдаке. Угу.